Всем привет! Костелло здесь, и у Каса что-то происходит, какая-то хрень связанная с просмотрами, потому что просмотры не совпадают с показателями лайков и дизлайков. Ну, это YouTube, ребят. Такое иногда бывает даже у меня, что лайки не совпадают, просмотры не совпадают, а потом раз, и становится все так, как есть. В общем, не знаю, в комментариях отметили это или нет. Сегодня у нас рекап на Кунг-фу Панда. Очень нравится мне этот мультик. Мне также понравилась вторая часть. А третью часть я принял, честно сказать, так. Ну, почему-то мне она показалась такой себе. То есть, ну, она мне понравилась меньше, чем первая и вторая часть. Ей-богу. Вторая часть, ну, я бы не сказал прям one love, но это был прям огромный шаг вперед после первой части. В общем, про Кунг-фу Панду все знаем. Поехали. Логотип, кстати, креативный был у Панда, я имею в виду Бокс. Плюс еще вы хорошо, как я знаю, встретили с теплотой рекап на второй, на хотел сказать, на второй Мадагаскар, на первом Мадагаскар, но почему-то по просмотрам не догоняет реакция на рекап по похождению императора. Не, Untitled Goose Game. Потому что отец гусь. Хотя нифига не отец, а просто приемный батя. Давай еще. Смешно так выглядит, чтобы стать воином дракона. Вовремя. Вовремя, Уквей, вовремя. Мне показалось, или по уже, скажем так, познал силу кунг-фу и решил пролететь через бассейн. Я вот заметил, вот смотрите. Прямо просто пролетел через бассейн. Разрушает три таковки. Чё? Опять из какого-то мема, я так понимаю. Потому что, когда я делал реакцию на рекап по Мадагаскару, вот тот чувак, который Алекс Де Лайон, это, оказывается, был мемом из одного видео, которое я потом, кстати, посмотрел. Там, короче, было такое бюджетный пересказ, третья часть Мадагаскара, скажем так. Тайлунд. Он явно не оценил. Да, он не оценил. Ему это не понравилось. Очевидно, это сказал, но тем не менее. Грустненькая сцена, конечно, но на слезу она меня, если честно, не пробивала, когда я смотрел оригинал. И вот сейчас вот, когда такое придыхание делал Лугвей, мне сразу вспомнилось одно видео с такой же черепахой, но какая там была конкретно черепаха, я не вспомню. Стараемся не попасть под авторские права, потому что это Рокки. Эпичная битва за пельмешку. Давай, эпичная битва за пельмешку. Ну, окей, ладно. О, это моя любимая сцена, кстати говоря. Когда они мост весь расхреначили, это круто. Реанимируй.
Секретного ингредиента нет! Хамуд! Хамуд хабиби, хамуд! Хамуд хабиби! Серьезно? Окей. Что-то слишком много мемов в одном выпуске. Ой. Сразу вспоминаются неуязвимые из сцены, где... ну, понимаете, тоже мем. Can you feel so? А чё, да? А чё нет? Секретного ингредиента нет! Твач, скидыш. Хотя это кунг-фу файтинг. А это кунг-фу файтинг. А это, кстати, не хочется придумать комментарий типа «Хорошо лежим, но что-то вообще и в голову не приходит, ей-богу». В общем, вот так вот. Лайк, потому что я смотрел Kung Fu Panda, и просто потому что это выглядит довольно-таки эпично, и too much memes. Вот. Я вот думаю, а не задеть ли мне, для моих господ и дам, канал для мемов? Посмотрим. На этом и все.